Вас приветствует Небесная канцелярия и наш спонсор – магазин-дискаунтер-холодильник. Зоя Герасимовна ищет новый холодильник на дачу. Именно поэтому она пришла в дискаунтер-холодильник. Здравствуйте, я могу вам помочь? Да, здравствуйте. Я присмотрела вот этот холодильник на дачу, но у меня немного не хватает. Не переживайте, у нас очень удобная рассрочка для пенсионеров на полгода через магазин. Оформляйте скорее, еще плитку и сушилку возьму, на даче все пригодится. Платежи приносить прямо в магазин. А что с доставкой? Привезем в квартиру или на дачу, занесем на любой этаж, и все это абсолютно бесплатно. Дискаунтер-холодильник – это большой выбор бытовой техники и товаров для дома. Все это с гарантией по доступной цене. Холодильник в Северодвинске в торговом центре «Панорама» на Морском проспекте 49А. В пятницу 26 мая, по данным сайта Архангельского гидрометцентра, в Северодвинске ожидается ночью 5 градусов тепла, днем 8. Ветер северо-западный умеренный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет слабо расти и к вечеру составит 755 миллиметров ртутного столба. Облачно, небольшой дождь. В народном календаре 26 мая – Лукерия Комарница. На Руси считалось, что теплые ветры приносят комаров и других насекомых. Отмечали, если к этому дню комары появились, установится хорошая погода. Если много комаров и мышкары, будет много грибов. А если комаров нет, до конца мая дождей не будет. Спонсор Небесной канцелярии – магазин-дискаунтер-холодильник. Здесь выгодная рассрочка для пенсионеров на 6 месяцев. А при покупке крупногабаритной техники ее доставят на дачу или в квартиру и занесут на любой этаж абсолютно бесплатно. Дискаунтер-холодильник, Северодвинск, проспект Морской, 49А. У меня все, а прямо сейчас продолжение Вестника Северодвинска.